Я эти картины вижу впервые в жизни. Раньше с творчеством этого художника не был знаком. Я одну и вторую вижу первый раз. Они мне любопытны. Вот, например, то, что изображено на этой картине, напоминает мне что-то связанное с Древним Египтом. Космос, какие-то космические события, происшествия, которые происходят где-то над Землей. Может быть, в нашем сознании. На эту картину можно смотреть еще дольше и представлять себе все, что сочтете нужным. Все, что в данный момент будет вас занимать, родиться у вас в душе. Даже не могу никак определить, что это. Я думаю, не нужно даже пытаться понять. Лучше пытаться почувствовать. Это не портрет, это не пейзаж. Эти картины связаны с какими-то чувствами, с тем, что происходит в вашем сознании. Вот, пожалуй, так. Смотреть на них можно долго и гадать, что именно они выражают. Весь вопрос в том, что в этот момент внутри вас рождается. В этом и есть их интерес.